Каждый год от падения с высоты гибнут дети. Многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Как уберечь ребенка от несчастного случая? Используйте фиксаторы и блокираторы на окнах. Открывайте окно только в режиме проветривания и никогда не оставляйте детей без своего родительского присмотра. В этот раз в рамках акции «Безопасное окно» сотрудники управления МВД России по городу Саратову посетили аллею в районе Третьей дачной. Правоохранители провели разъяснительную беседу с посетителями детской площадки, объяснили родителям, как важно сделать окно безопасным и тем самым уберечь жизнь своего ребенка от различных травм. Спасибо. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.